Богоявленский храм в городе Петухово осветили в 2014 году. Его воздвигли на месте, где раньше уже стояла православная церковь. Храм небольшой, но душевный, уютный и любим прихожанами. Сейчас их становится больше. В начале февраля в Рио губернатора передал сюда частицы мощей святых. Для нас, конечно, это было как манна небесная, потому что мы не ожидали, что в нашем храме, небольшом храме, православном храмике будут почивать мощи святых угодников Божьих, тем более 12 мощевиков. Вот. Поэтому, конечно, для нас была это большая радость. Люди восприняли эту радость как дар Божий. Прихожане благодарны Вадиму Шумкову за бесценный дар. Особенно их впечатлило, что главу региона на это благословил схиархимандрит Илий, личный духовник патриарха Московского и всея Руси Кирилла, священник, который принимает исповедь у самого главы Русской Православной Церкви. Это очень высокий, так скажем, человек, вот, который, в общем-то, ну, представляете, то есть нашего иерарха, да, духовник, то есть он, конечно, уже заслуженный священник, старый священник, который, конечно же, понимает, так скажем, потребности. За появлением в Петуховском храме частиц мощей святых в жизни прихожан стали происходить чудеса. У одной женщины начала исцеляться старенькая немощная мать. А вот еще один случай. Одна молодая женщина пришла, у нее, не знаю, как проказа какая-то на руках была, то есть красные пятна какие-то, все тело. Я, говорит, молодая, мне надо замуж еще, вот, и не знаю, что сделать, понятное дело. Я говорю, так же подойдите к святым угодникам Божьим, святым мощам, помолитесь, чтобы они помогли вам. И вот буквально через 2 дня она приходит после этого, смотрите, говорит, начали пятна пропадать. Отец Георгий говорит, что главное молиться с верой, любовью и искренне. Тогда Господь помогает всякому просящему. Максим Хохонин, Николай Волков, Владислав Базылев, Андрей Бахарев, информационное агентство «Курган.ру».